Садимся сюда. Начинаем наше представление. Лала настоящая фокусница. У нее даже золотая соска. Ты что-то заставишь летать? Или вытащишь кролика из цилиндра? Или покажешь карточный фокус? Не угадали. Я заставлю исчезнуть этот мяч при помощи волшебной шкатулки. Абракадабра! Ух ты! Волшебство! И куда делся мячик? Не знаю. Я кое-что придумала. Абракадабра! Я хочу попробовать. И я. Это мне больше не нужно. Это я не хочу. Стойте! Волшебная шкатулка совсем не для этого. Не волнуйся, Лала. Да, ведь в ней все пропадает. Это здорово. Нет, не здорово. Лала, успокойся, все хорошо. Я хочу, чтобы исчез этот стул. И зеркало. Я схожу за... Что случилось? Лале нужна помощь. В чем дело, Лала? Я не могу пройти. Что это за вещи? Те, что вы бросили в волшебную шкатулку. О, может, это было неправильно? Да, зря мы это придумали. Извини, Лала, ты нас простишь? Конечно, мы ведь не знали, что так получится. Ты самая лучшая, Лала. Смотрите, все стало как прежде. Мой мячик! Бассейн с шариками. Как весело! Девочки, пора на прогулку. Все готовы? Сегодня прекрасный день, чтобы погулять в лесу. Мы можем познакомиться с новыми птичками и цветочками. Сколько здесь цветочков! И какие чудесные! А я их все знаю. Это ромашка, роза, а это подсолнух. Апчхи! Что с тобой, Лала? Простудилась? Носик чешется. Привет! Что это вы делаете? Апчхи! Кажется, она чихает из-за цветочков. Ты не заболела? Ачи! Ну вот, я теперь все время чихать буду. Ерунда! У меня дома есть специальный сироп. Могу привезти. А это долго? Нет! На своей машинке я домчусь за секунду. Возьму сироп и сразу же назад. Ача! Не волнуйся, Фэнси уже скоро вернется. Надеюсь, а то носик у Лалы станет красным, как помидор. Ача! А вот и я. Ача!
Вот, выпей это, и тебе сразу станет лучше. Спасибо, Фэнси. Теперь Лала обязательно поправится. Пожалуйста. Если еще что-то нужно, я привезу на своей машинке. Ну вот, в баке закончились слезы. Спасибо, Фэнси. Мне стало гораздо лучше. Слезы волшебства снова завели мою машинку. Можешь и дальше на ней кататься. Как я рада. Ведь все вокруг теперь так вкусно пахнет. Аче! Ой, ну вот опять. Мы не можем погулять в саду. Я хотела пойти на концерт на лужайке, но при такой грозе промокну до нитки. Лучше остаться дома, пока дождь не кончится. Хотите, я испеку кексики к чаю? Да, ты самая лучшая, Кони. Лала, спасибо, что помогаешь мне печь кексики. У тебя они всегда такие вкусные. Осталось только все смешать и поставить в духовку. Здорово! А когда они испекутся, мы можем посмотреть кино в гостиной. Ой, из-за грозы отключилось электричество. И теперь нам не посмотреть кино. И кексики не испекутся. Что же нам делать? И здесь тоже нет света. Кажется, мне страшно. Не бойся, Доти, это всего лишь гроза. Какой ужас! Надеюсь, свет скоро включится. Кажется, мне теперь тоже страшно. Не бойтесь, я все починю. Там на чердаке есть выключатель, который включает все электричество в доме. Ой, кажется, он не работает. Его сломала молния, как страшно. Он не сломан. Надо им щелкнуть посильнее, и свет вернется. Застрял! Не поможете? Давайте потянем все вместе. Раз, два и три. Молодец, Нала, ты такая храбрая. Без вас я бы не справилась. Больше не боюсь грозы. Здорово, давайте смотреть кино. Подождите, кексики готовы. Хотите? Да! Будет самый лучший день Святого Валентина. Да. А что мы будем делать, когда украсим гостиную? Мы можем испечь пирог и нарисовать красивые открытки, и спеть песни, и потанцевать, и попрыгать. Ой, она опять увлеклась. Лея, ну успокойся, мы еще не закончили. Ах, да. Ладно, пойду достану последнее украшение из коробки. Пусто! Все украшения закончились! Но их же было много, да? Какая красивая у меня комната! Еще бы, ведь я развесила здесь все украшения, которые нашла в гостиной. Но нужна еще какая-то малость. Вот так. Теперь это лучшая комната в мире. Ура! Все
все такое миленькое. Вам помочь с украшением? Было бы здорово, но все украшения исчезли. И мы не знаем куда. Ты не видела? Я даже не представляю. Если Леди тоже не знает, а здесь их нет, то нужно посмотреть в саду. Пойдемте. Ничего, здесь только деревья, кусты и трава. И никаких следов украшений. Я уже устала искать. И я устала. Может, немного поспим? А как же вечеринка? Может, заняться чем-то другим? Без украшений это совсем не то. А я так хотела испечь кексики для всех. Не расстраивайся, Кони, испечешь их в другой день. Мне нужно кое-что вам сказать. Украшения взяла я. Что? Зачем они тебе? Я хотела украсить свою комнату. А почему никому не сказала? Я растерялась. Простите. Не страшно, Леди. Мы можем все рассказывать друг другу. Мы же подруги. Ты права. Спасибо, что напомнила. Ура! Ух ты! Как красиво! Кексики готовы. Это и правда самый лучший день Святого Валентина. Спасибо большое за приглашение, Кэти. В моем доме можно играть весь день. Он такой красивый. Здесь даже есть лифт. Кэти, я никогда не видела дома лучше. Мне нравится. Давайте раскрашивать пасхальные яйца. Ура! Какие чудесные! Мне так нравится мое, но я его съем, потому что я голодная. Постой, Леди! Сначала я спрячу яйца в саду, чтобы их было весело искать. Можно идти искать. Я спрятала яйца по всему саду. Как весело! Я хочу найти их все! Идемте! Смотри, здесь что-то есть, но это не яйцо. Это скорлупа. Что случилось? Похоже, кто-то все съел. Смотри, здесь дорожка из скорлупок. Леди, что случилось с яйцами? Ну, в чем дело? Я искала яйца, и тут из леса вышло семейство животных. И что они хотели? Они искали еду для детенышей, и я отдала им все яйца. Ой, и правда, их следы повсюду. И что мы теперь будем есть? Можем разделить оставшиеся яйца. Да, мы же еще не все нашли. Правда? Ты не против? Вовсе нет. Леди, ты такая добрая. Ты самая лучшая. Ух ты! Здесь все яйца. И пасхальные сладости. Смотрите, из трубы вылетают мыльные пузыри. Мы поставили все палатки, теперь поиграем. О, да, чуть не забыла. Я же подготовила поиск сокровищ. Что? Приключения. Нужно следовать подсказкам, чтобы найти клад. Ух ты, клад! Идем за ним!
колечко и золотой бантик. Я его надену. Такой красивый. Сокровище уже близко. Посмотрим, здесь что-то есть. Эй, птичке плохо. Я ее вылечу. Кажется, Дотти нашла еще одну подсказку. Я права? Дотти, ее здесь нет. Разве она была не с тобой? Нет, я думала, она с тобой. Дотти! Дотти, где ты? Дотти, мы нашли подсказку! Ее здесь нет. Она заблудилась. Дотти! Дотти! Мы испугались. Подумали, ты заблудилась. Вот еще, я нашла больных птичек и решила вылечить их. Мы тебе поможем. Мы позаботимся обо всех птичках. Помогаем лесным птичкам. А как же наша игра? О, совсем забыла. Мы слишком устали, чтобы дальше искать клад. Да, мы весь день бегали по лесу. Ладно, не страшно. Зато вы помогли птичкам. Да, теперь им лучше. Конечно, Дотти, ты лучший ветеринар в мире. Спасибо. Хочу. Смотрите, какие качели!